Сотрудниками наркоконтроля главка в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Канал Красный Бархан», направленного на выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, выявлен и задержан 17-летний житель Нижегородской области. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены различные так называемые клубные наркотики. Всего полицейские изъяли около 1,3 килограмма синтетических наркотиков, а также 277 граммов гашиша. Задержанный пояснил, что приготовил запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Следственным отделом по Волжскому району города Саратов, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 20 лет. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.